Разбросанные по округе бытовые отходы, выкорчеванные корни деревьев и горы строительного мусора. Такую картину вынуждены ежедневно наблюдать из своих окон жильцы одного из домов в Заволжском районе Твери. Около 2 лет назад на месте пустыря был построен новый торговый центр и оборудована парковка. Однако о благоустройстве прилегающей территории никто не позаботился. Тему продолжит наш корреспондент. Пенсионерка Лидия Егорова в доме номер 8 по Артиллерийскому переулку живет не один десяток лет. Как рассказывает женщина, долгое время из окон своей квартиры она наблюдала пустырь. Однако около 2 лет назад территория видоизменилась. Здесь был построен новый торговый центр, обустроено парковочное пространство. Место, где прежде собирались социальные личности, преобразилось, говорит пенсионерка. Мы вроде бы вначале порадовались. Тут было очень много деревьев, их корчевали, заборы, все убирали. Здание то было тоже не в приглядном виде, как и ЦТП вот это неприглядное. Вот мы порадовались, что будет порядок, все. Однако радость местных жителей была недолгой. Работы были закончены, а вот о приведении в порядок прилегающей к торговому центру и парковке территории никто не позаботился. Выкорчеванные корни деревьев так и остались лежать неподалеку, не были убраны и горы строительного мусора. А вскоре ко всему этому добавилась еще одна проблема. Округа начала утопать в бытовом мусоре. Ну что, а вот это свалка, да, вот этот мусор мы видим из окна. Ну, это же неприятно, конечно. И никогда, говорят местные жители, они не видели, чтобы эту территорию хоть кто-то убирал. Дворники, рассказывают горожане, приводят в порядок только территорию перед их домом и площадку перед торговым центром. Но бытовые отходы, которые разбросаны вокруг парковки, никто не трогает. Якобы земля эта, отвечают жителям в администрации Заволжского района, ничейная и заниматься ею некому. В понедельник звонила тоже по этой территории в городскую администрацию. С кем-то я разговаривала, он даже сказал, я не знаю, к кому эта территория относится. Я говорю, уж коль вы не знаете, откуда нам знать, к кому эта территория? Между тем, местные жители пытаются хоть как-то остановить расширение границ несанкционированной свалки. Например, призывая своих соседей не кормить бродячих собак, оккупировавших территорию заставы. Мусор образуется в том числе вследствие того, что бабушки со всего микрорайона кормят здесь бродячих собак. Вон кастрюлька. Боремся с тем, чтобы здесь не раскидывали мясо. И со всего района по инерции стали все кидать вот эти вот пластиковые вот эти вот с кусками мяса. Подложках, да, вот они все здесь видны. Чтобы разобраться в ситуации и понять, кто все-таки ответственен за уборку этого места, мы направили запрос в администрацию Твери. Если выяснится, что территория действительно не стоит на балансе муниципалитета, судя по всему, единственный выход для местных жителей будет самим собраться на субботник и привести в порядок эту зону. Вот только надолго ли она останется чистой, вопрос открытый.